Здравствуйте, уважаемые телезрители! 27 июня в России отмечается День молодежи. Это веселый праздник, на котором каждый может почувствовать себя молодым. Что это, повод повеселиться или возможность задуматься? Что бы сделать еще такого, чтобы и себе было хорошо, и обществу полезно? Вот на эту тему мы поговорим с начальником отдела по делам молодежи администрации Артемовского городского округа Еленой Сергеевной Старунской. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте. Вы ведь в этой должности не так давно. Но в отделе по делам молодежи я работаю достаточно. И сама пришла из молодежного актива. То есть мне эта тема была близка очень давно. Что сегодня больше всего волнует молодежь? Молодежь, конечно, очень трепетно относится к своей учебе. Сейчас ставится это на первое место. Раньше, если активнее принимали участие в мероприятиях, не боялись прогулов, а сейчас у нас есть ЕГЭ, к которому тщательно готовятся. Как бы они ни хотели быть участными во всех мероприятиях, выбирают они учебу, стараются не пропускать, готовятся, начиная чуть ли не с начальной школы. Ну, это рациональный подход, он, наверное, правильный. Конечно, с одной стороны, это правильно, с другой стороны, меньше мы видим этих людей активных, которые были бы интересны и полезны на наших мероприятиях. Ну, это правильный выбор, конечно. Ну, может быть, учеба для них это и есть их творческая и активная жизнь? Конечно, сейчас тем более существуют разные конкурсы, не только учиться делать уроки и получать за это оценки. Есть разные конференции, то есть каждый год у нас научно-практическая конференция шаг за шагом проходит. Интеллектуальная игра «Знатоки», где также свои навыки, полученные в школе, могут дети применить, посоревноваться в интеллектуальных играх, завоевывать себе титулы и призы. Конкурсы, олимпиады дистанционные, в которые ребята могут в свободное от учебы время участвовать, получать за это сертификаты, собирать их в портфолио, и это портфолио дальше очень хорошую играет роль при поступлении, при награждении наших молодых людей. Есть вот в этом во всем какая-то доля меркантилизма. Конечно, приятно получить сертификат. Ты работал, ты старался, поучаствовал в конкурсе, ты победил и получил заслуженную награду. Конечно, кому-то это дается легко. Ну, бывают, да, такие дети, которым не нужно зубрить, учить. У них все идет как по маслу, их учебная деятельность. Но есть те, которые ставят перед собой цель, что им нужно быть лучшими, учиться только на пятерке, и они погружаются только в это и отдают себе полностью учебе. День молодежи и выпускной – два запоминающихся для молодежи праздника. Не мешают они друг другу? Нет, не мешают. У нас уже был такой опыт. Несколько лет последних мы проводили в разные дни эти мероприятия. В этом году снова пришли к тому, что два этих праздника объединить. Кроме того, что выпускники у себя в школах побывают на линейках. Дальше будет общегородской выпускной, торжественное построение на мемориале памятника воинам-артемовцам. Торжественное построение, минута памяти, после которого ребята нарядные, красивые, счастливые отправятся в городской парк, где для них будет настоящий праздник. С гала-концертом, с выступлением известной кавер-группы «Ураган». И кроме этого, праздновать будет еще весь город Артем. Для разных возрастных категорий у нас приготовлены разные мероприятия. Если говорить конкретно про 29 июня, это будет... Праздник будет отмечаться 29-го. Да, 29-го. Мы с самого начала говорили, что праздник по дате 27-го. Официально, да, 27 июня было установлено еще в 93-м году. День молодежи 27 июня. Когда это выходит на будние дни, конечно, мы переносим. В этом году мы переносим на 29 июня, это пятница. Все праздничные городские мероприятия пройдут именно в этот день. С 11 часов на стадионе «Угольщик» будут ждать мероприятия для тех, кто любит спорт. Будут летние спортивные соревнования, посвященные Дню молодежи и Всероссийскому олимпийскому дню. Там будут соревнования по футболу, стритболу, волейболу, легкой атлетике и другим видам спорта. С 14 часов на аллее во взрослый парк будет проходить фотоконкурс. Он сейчас уже стартовал. До 27 июня на определенный адрес или по WhatsApp, на электронную почту жители Артема присылают фотографии своего любимого города.
Называется у нас конкурс «100 причин любить Артем». На фотографиях, пейзажи, счастливые люди, какие-то события, ну все, что позитивно показывает наш город. Все эти фотографии будут вывешиваться, и люди, которые будут приходить на празднование, могут проголосовать за понравившуюся фотографию. И награждение пройдет в тот же день вечером. И также в рамках этого проекта «100 причин любить Артем» пройдет фотокросс. Он у нас ежегодный, то есть собираются команды по 4 человека. Им дается определенное задание фотографировать то или иное направление. Также лучшие из этих фотографий представляются на суд жюри и награждаются победители после того, как выберется лучшая фотография фотокросса. С 16 часов у нас начинается работа творческих площадок и мастер-классов. То есть будет выставка в городском парке мастеров, которые представляют свои изделия ручной работы, выставка-продажа. Будут фотозоны интересные, мастер-классы различной направленности. На любой возраст мы стараемся придумать определенные мероприятия. То есть, что с детьми можно будет прийти и их развлечь, что ребятам постарше, например, школьникам, будет интересен городской квест. В прошлом году мы проводили его впервые, квест города мы его назвали. То есть, это квест прямо на улице. Ребята также получают задание. В 4 часа начнется наш городской квест. Это молодежные мероприятия, которые у нас пройдут в рамках Дня молодежи. То есть квест? Квест в том числе, да. Это будет как раз для школьного возраста очень интересно, но и постарше. В прошлом году и за 20 лет у нас молодые люди бегали. Это и полезно, и интересно, и на свежем воздухе время проводят. То есть это какие-то команды могут быть, как молодежно-общественное объединение выйти, или просто компания друзей. Провести приятное время, и еще за это приз получить. В Артеме реализуются две молодежные программы. «Квартира молодой семьи» и «Молодежь Артема». И та, и другая очень важны. Как они продвигаются? Продвигаются по плану. Обеспечение жильем молодых семей. Программа реализуется у нас с 2013 года. А на сегодняшний день свидетельство о праве на получение социальной выплаты получили около 150 семей. Угу. Если говорить конкретно про 2018 год, 34 молодые семьи получили на руки свидетельство. Сейчас у них есть время до октября месяца. Они подбирают себе жилье, приобретают его, и мы будем проплачивать им их положенную социальную выплату. Лена Сергеевна, 34 молодые семьи. Мне кажется, это очень мало. Это очень... Или какие-то условия существуют для получения сертификата? Да, конечно, с удовольствием бы всем желающим, если бы была возможность, мы бы раздали такие сертификаты. Конечно, есть условия, по которым семья должна проходить. Кроме того, если полная семья, конечно, это должен быть официально зарегистрированный брак, возраст до 35 лет. И самое главное, молодые семьи должны признать нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для этого существует определенный пакет документов, который семья получает, придя к нам на консультацию. Документы собираются, рассматриваются на жилищной комиссии, и комиссия делает вердикт, нуждается семья или не нуждается в улучшении жилищных условий. А наличие малолетних детей, оно способствует продвижению этой программы? Сумма социальной выплаты зависит напрямую от количества членов семьи. То есть можно участвовать, конечно, если это муж и жена, детей нет, участвовать, это уже семья, участвовать они могут. Но это получается по сумме самая меньшая социальная выплата. Когда есть уже дети, то социальная выплата растет с количеством человек в семье. Но сейчас уже можно смело заявить, вот с экрана телевизора, что молодые люди, если вам еще не исполнилось 35 лет и вы нуждаетесь в улучшении жилищных условий, и если вы семья, то смело можете обращаться в отдел по делам молодежи, и, возможно, вам помогут улучшить ваши жилищные условия. Я правильно все сказал? Да, конечно. Также семьей можно считать и родителя, и ребенка. Это не обязательно должна быть полная семья. Один родитель с детьми также может принять участие в нашей программе. А «Молодежь Артема» – это что за программа? Как она продвигается? «Молодежь Артема» включает в себя порядка 30 мероприятий, которые в течение года реализуются. Мероприятия различной направленности, здоровый образ жизни, поддержка талантливой и активной молодежи. Средства, выделяемые на молодежную политику в
городе. Угу. Вот их хватает? Если бы было большее финансирование, мероприятия могли бы там быть более масштабными, более интересные. Но существует программа, на каждое мероприятие обоснована определенная сумма. Мы под нее подстраиваемся и проводим наши мероприятия. В принципе, детям интересно, и мы довольны, что дети участвуют. То есть вы исходите из финансовых возможностей? Финансовые затраты на какие-то не очень крупные мероприятия в основном уходят на покупку призового фонда наградной продукции. А остальное все делается силами подведомственных учреждений. Подведомственные учреждения, я так понимаю, что это какие-то организованные группы, учебные заведения, либо трудовые коллективы. А есть еще и неформальные объединения, спортивные, творческие, общественные организации. Да, есть у нас молодежные общественные объединения, тоже различные направленности. Есть объединения, существующие не один десяток лет. Например, экологическая у нас есть организация «Радуга», но у них узконаправленная, они занимаются экологией. Уже очень много лет выигрывают гранты на поддержку, делают крупные мероприятия. Ну вот сейчас у нас, например, идет акция «Вода России». Конечно, ребята из экологической организации взялись за это дело и занимаются очищением береговой линии нуждающихся в этом водных объектов. Это что касается экологии, да. Также у нас есть очень активное общественное объединение «Мы едины». В 2018 году они были организаторами очень крупного мероприятия «Приморье выбирает», оно называлось. И в нем приняло участие несколько тысяч человек, которые получили за участие в этом фотоконкурсе. Я думаю, все жители помнят, что на каждом участке для голосования были плакаты, были хэштеги. Нужно было всего лишь сфотографироваться, выложить с определенными хэштегами. И потом по количеству набранных голосов выбирались победители. Мероприятие было достаточно крупное, интересное, и вот именно разные слои населения оно могло к себе привлечь. Есть у нас Российский союз молодежи. Организация именно Артемовская появилась 2 года назад. Там сменялся руководитель. И вот с конца прошлого года, с конца 2017 года, появился новый руководитель, который взялся с новыми силами, с новыми идеями. Ребята тоже уже провели ряд мероприятий. Например, муниципальные этапы интеллектуальной игры «Морская лига». Ирина Сергеевна, я хочу вас поправить. Общественная организация Российский союз молодежи существует в нашем городе с 1991 года. И первую эту организацию возглавлял Владимир Владимирович Вараксин. Он и сейчас живет в нашем городе и считает себя молодым. Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Еще какие общественные организации помогают продвижению молодежной политики? Вот я знаю, у нас есть очень активная организация «Велоартем». Есть даже организация по организации собачьих бегов. Правильно? Я выразился. Да, есть такие у нас организации, называется Федерация ездового спорта. Они появились тоже относительно недавно, но мы очень удивились, сколько у нас в Артеме. Они организовали первые бесснежные гонки в Артеме, очень на хорошем уровне. И сейчас они активно принимают участие у нас и в городских мероприятиях. 9 мая они прошли даже в шествии отдельной колонной. На День молодежи тоже мы их ждем с фотозоной и с ездовыми их собаками. Они будут катать маленьких детей. У нас в городе есть еще несколько байкерских организаций. Но там, правда, не все люди попадают под категорию молодых. Но, тем не менее, молодежи там тоже достаточно. Наиболее активный – это байкерский клуб 25-й чаптер и старейшее мотосообщество «Байкерс Бенд». Там люди разных возрастов, но все они молоды душой и с большим удовольствием, и сами инициируют мероприятия. Я думаю, тоже все жители города Артема обращают внимание, когда они устраивают мотопробеги. К примеру, на 12 июня большой мотопробег состоялся. Там около 40 мотоциклистов, кроме артемовских, привлекали даже из Владивостока, чтобы это было красивее, интересней. Они между собой общаются, мотосообщество, и приглашают, когда в Артем, владивостокские байкеры тоже не отказываются. Прошли большой колонной с 20 триколоровскими флагами, по всему городу Артему проехали и еще в городском парке устроили фотосессию для всех желающих.
Про «Велоартем» тоже, конечно, хочется сказать. Относительно новая организация, они тоже инициируют мероприятия, конечно, со своей направленности, которые для них интересны: велоквесты, велогонки, велодраги, большие какие-то велопробеги, выезды. И также с удовольствием соглашаются принять участие в городских мероприятиях, таких как шествие, например, на 9 мая или пробег на 12 июня, День России. Хорошо, когда молодые люди чем-то увлечены и могут позволить себе заниматься чем-то таким, что им интересно. И это требует каких-то определенных затрат. Но ведь основная масса молодежи занимается тем, что зарабатывает деньги. Человек может работать, но в то же время состоять в молодежном общественном объединении. То же самое велосипедисты и мотоциклисты. В большей степени это работающая молодежь, которая в свободное время могут уделить внимание и мероприятиям, интересным для себя и для других. Социальные сети, интернет и прочие суперсовременные технологии – это все молодежная среда и большая проблема. Многие молодые люди просто потерялись на просторах интернета и возвращаться не собираются. Не так давно Всемирная организация здравоохранения признала азартные игры заболеванием. Вы, конечно, не медик, но, тем не менее, проблема вас касается. Конечно, хочется сказать, есть такая проблема, но она касается не всей молодежи. Есть молодые люди, которые могут рационально использовать свое свободное время. Конечно, интернет, всемирная сеть – это источник очень важной полезной информации. Там можно и книги почитать, которые, конечно, идут только на пользу. Социальные сети сейчас существуют не только для того, чтобы просто время убивать там, но для общения сейчас очень много молодежных мероприятий анонсируются, заявки принимаются на них именно через социальные сети интернет. Создаются группы, например, всероссийских форумов, в социальных сетях ВКонтакте. То есть это уже неотъемлемая часть. Молодежи с этим удобнее работать, чем на бумажных носителях заполнять там вручную какие-то заявки. Все делается онлайн, регистрации. На любой всероссийский краевой форум сейчас идет регистрация в определенной системе, называется она АИСТ. Но ведь социальные сети – это еще и способ активного продвижения рекламы. Но я не встречал на просторах интернета социальную молодежную рекламу. У нас существует страница в Инстаграме «Молодежь Артема», так и называется. Мы там анонсируем мероприятия наши молодежные, ну и просто общегородские, через которые мы привлекаем жителей города Артема. Также есть страница ВКонтакте. Это все равно очень удобно и полезно. Много посетителей заходит к вам на страницы? Мы не проводим, конечно, мониторинг и не ставим продвижение в социальных сетях на первое место. В Инстаграм у нас там 1000 подписчиков. Это не очень много. Удобно достаточно. Информация быстро распространяется. Уважаемые телезрители, если вы чувствуете себя молодым в душе, то вас ждут на мероприятиях, посвященных Дню молодежи 29 июня. И не забудьте 27 июня поздравить друг друга с праздником. В нашей программе принимала участие Елена Сергеевна Старунская, начальник отдела по делам молодежи администрации Артемовского городского округа. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. До свидания.